Однажды могущественные некроманты использовали эту святую землю, дабы построить армию мертвых. Покоряя близлежащие земли, легионы зомби истребляли живых и приумножали опустошение. Ни один человек не попадал сюда, не встретив смерть. Перед Габриэлем стоит самая трудная задача. Он стучится в двери настоящего ада на земле, и владыка, господствующий здесь, подслушивает и ждет его с улыбкой. Похоже, что наши пути снова пересеклись. Но один путь должен здесь прерваться. Я устал от твоих загадок. Скажи прямо хоть раз. Ничего не бывает полностью ясным, воин. Ты потерян во тьме. Ты действуешь так, словно слеп к истине. Позволь мне просветить тебя. Ты силен без своей магии. Друг другу.
свет и тени противодействуют друг другу. Должны сражаться. Потому что так должно быть. Мы все должны жертвовать, чтобы найти искупление. Нет, я не хотел этого. Я не просил об этом. Должна быть пролита кровь, чтобы этот путь открылся тебе. Я принимаю свою участь. Можешь ли ты принять свою? Я недостоин. Мое сердце нечистое.